рубашки, таблетки у мене дуже багато. Встаньте, попробуйте на вы. Нормально. Но в любом випадку, ну, я вам... Тейшество православной поместной церкви, ваше блаженство, наш синод, епископат, вот так поступает в нашей стране с неугодными людьми. Ну что ж, помоги Господь. Благословлял всех президентов на выборы, молился, а сегодня удостоили мне такой великой чести. Очень-очень всем благодарен. Плакать не стану, уже выплакал. Но молюсь Богу, что Господь послал им розум. Ну а если умру, то дайте такое слово, что закончился крестный путь, и человек, как Иоанн Златоуст, пришел до той последней точки, куда можно прийти. Спасибо вам. Храни вас Господь, поверьте, вас действительно люблю. Говорить, такая сигарета, такая лучшая.